Молоды, активны и богаты идеями. Все они победители межрегиональных и всероссийских форумов. За лето чувашские студенты защитили грантовые проекты на сумму более 1,5 миллиона рублей. Обсудить итоги молодежных форумов в Чувашию приехала представитель Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Юлия Исмагилова. Каждое лето студенты как Чувашии, так и всей России участвуют в различных молодежных форумах. Как отмечают и сами участники, и организаторы, повышается не только уровень проведения мероприятий, но и качество проектов, представленных на них. В этом году грантовую поддержку получили разработки представителей Чувашии в сфере предпринимательства, инноваций, медицины, образования и культуры. Многие из ребят посетили не один форум. Студент Чувашского государственного университета Алексей Пантелеймонов побывал на 3 молодежных площадках различного уровня. В Ульяновске на международном юридическом форуме «Юрволга» успешно защитил проект «Юридический квест». Форум – это прежде всего, наверное, веселая атмосфера общения с коллегами. Я выиграл грант с проектом «Юридический квест», который направлен на вовлечение студентов-юристов и будущих выпускников школ на профориентационную работу и познание органов государственной власти и местного самоуправления. Проекты защищены. Теперь все ребята приступают к их реализации. Площадками проведения станут библиотеки города, школы, средние и высшие учебные заведения. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Юлия Исмагилова впервые приехала на встречу с активистами республики и дала высокую оценку их работе. Форумный сезон прошел замечательно, оценим его просто на оценку отлично. Молодежная политика развита на высочайшем уровне. Я считаю, что и регионам другим субъектам федерации нужно брать пример с вашей республики. Я вами горжусь, вот, я курирую Приволжский федерал по молодежной политике, поэтому мне есть чем сравнивать и на уровне Приволжского округа, и на уровне Российской Федерации. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.